Да, действительно, сегодня стартовал отборочный этап национального чемпионата «Обилимпикс». И сейчас я нахожусь на площадке, где проходит испытание «Школьник из Тобольска» в компетенции «Слесарное дело». Нужно за 2,5 часа выполнить ящик для инструментов. Рядом со мной сейчас находится эксперт, который подготовил данного участника, Иван Капустин. Иван, расскажите, пожалуйста, вообще, как оцениваете подготовку конкурсанта и насколько было сложно готовиться? Ну, Егор, он у нас очень умный мальчик, соответственно, то, что ему говоришь, он всегда схватывает это на ходу. И у него есть стремление к победе. Он уже участвует третий год, первый год он занял 3-е место, второй год он, соответственно, ничего не занял, расстроился, ну, и сказал, на следующий год я постараюсь выиграть. Ну, и вот он сдержал свое слово. Как оцениваете его шансы, как вам задание, сложность его? Шансы очень высокие, он молодец, стремительный очень мальчишка. Я думаю, очень высокие шансы у него. Спасибо большое. Ну а я добавлю, что Тюменская область активный участник чемпионата «Обилимпикс» с 2015 года. А в этом году будут участвовать как специалисты, так и школьники и студенты. Есть у нас 4 участника, которые автоматически уже прошли, минуя отбор. У нас очень много побед, наград, и мы на хорошем счету, как говорится. И как раз данное чемпионатное движение – это уникальный старт для наших участников вырасти в профессиональном и личностном росте. И мы всегда говорим, что даже если они не победят, но в наших глазах они уже герои и звезды. Итоги подведут в конце октября в Москве. Будем болеть за наших. У меня на этом все.